Владимир, я поздравляю вас с презентацией коллекции с новой. Скажите, пожалуйста, что это за символизм был? Огромные часы, классический вальс современной обработки. Что вы хотели этим сказать? Моим вдохновением были романы Льва Николаевича Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина». И я таким образом хотел показать дошедшую до наших дней через трансформацию веков стиль военных бушлатов, фраков, женщин, которые собираются на бал во время войны. И все это в современной интерпретации для современной героини. Например, вот это ваша коллекция, это модели, луки их, правильно? Расскажите хотя бы, вот, где тут бушлаты, где тут что-то, да? Вот, есть здесь очень много элементов бушлата, есть элементы фрака, костюм фрачный с элементами фрака. Как вы подбирали модели под каждый образ? Как это вот, как вы видели? Модели подбирала стилист Лина Христофорова, которая с нами работала. Перед нами стояла задача, чтобы девочки были очень женственными, молодыми, потому что у них вся жизнь впереди еще. Спасибо вам огромное, Владимир. Спасибо.